Hi there. It's a pleasure to see you on my channel again. Всем привет. Приятно видеть вас снова на моем канале. Are you ready to go on? Terrific. Вы готовы продолжать? Отлично. Then let's get started. Итак, мы уже знаем все английские звуки и их транскрипции. И теперь пора приступить к алфавиту. Мы с новичками будем произносить буквы по порядку, а те, кто знает алфавит, читайте его наоборот, с конца в начало, ну, чтобы не скучно было. Можете пока остановить ролик. So, press stop and go ahead. Жмите на стоп и вперед. А новички читают за мной. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z – это американский вариант. Теперь смотрите ролик и повторяйте за мной сколько хотите, пока все буквы не станут для вас близкими и родными. А сейчас очень важная тема – правила чтения. Без них быстро и правильно научиться читать по-английски просто невозможно. Это все равно, что решать математические уравнения, не зная формул. Итак, в английском языке всего 5 гласных, но каждая из них в разных словах звучит по-разному. А как? Сейчас узнаете. Существует 4 типа чтения гласных. И первый тип – это открытый слог. Вы знаете, что слог обычно состоит из согласной и гласной. Посмотрите на первое слово. N-A – это один слог, а M-E – другой. A здесь открытая, потому что у M есть своя гласная – E, которая, кстати, никогда не читается в конце слов. Итак, правило открытого слога – гласные читаются, как они называются. So, after me. A. Name. Lake. Tail. Late. Save. Next. E. Me. He. We. Be. Eve. Next. I. Y. Y – это согласная буква, но читается она как I. Time – my, like, sky, bite. Next. O – no, go, rope, open, home. U – tube, tune. Music, fume, stupid. Теперь закрытый слог. Если ударную гласную закрывает согласная, тогда это считается закрытым слогом. Видите, в первом слове после A стоит буква T, и она ее закрывает. A в закрытом слоге читается A. So, after me, fat, cat, map, sad, lamp. Next, E в закрытом слоге читается E. Pen, bell, well, smell, leg. Next, O читается O. Dog, not, hot, drop, top. По-американски мы читаем более открытым и более протяжным звуком
are. Dog, not, hot, drop, top. Next, I, Y, читаем. И, sit, his, film, miss, system. Next, буква U читается в закрытом слоге. А, but, mom, not, fun, funny. Теперь третий тип слога. Это когда после гласной стоит буква R. So, AR мы читаем A. Park, car, bark, far, arm. Теперь американский вариант. Язычок оттягиваем назад. Park, car, bark, far, arm. Next. O-R мы читаем с долгим O. Fork, Lord, form, forty, sort. Теперь по-американски. Fork, Lord, form, forty, sort. Next. Остальные гласные U, E и I с буквой R читаются одинаково звуком R. Fur, her, girl, bird, verb. Now American. Fur, her, girl, bird, verb. И последний тип, четвертый тип слога. Когда после гласной стоят уже две буквы R и E. Получается целая комбинация из трех букв. A-R-E мы читаем Air, Care, Rare, Hair, Pear, Bear. Now American. Care, Rare, Hair, Pear, Bear. Next. O-R-E читаем долгим О. Мо, бо, ко, по, со. Now American. More, bore, core, poor, sore. Next. E-R-E. Читаем. Ear. Hear. Mere. Sincere. Исключение составляют два слова. There и where. Now American. Hear. Mere. Sincere. There. Where. Next. I. R. E. Читаем. Ire. Fire. Hire. Wire. Shire. Admire. American. Fire. Hire. Wire. Shire. Admire. And the last one. U. R. E. Читаем. Ewer. Cure, pure, lure, endure. American. Cure, pure, lure, endure. So here we are. В следующий раз мы с вами поговорим о правилах чтения согласных. Итак, если вам понравилось видео, ставьте лайки, шерьте, пишите комментарии. See you again. Bye-bye. Take care.